Всем привет, дамы и господа, и вот он обзор на новые скидки в цифровом магазине PlayStation Store на игры для PS4 и, конечно же, PS5. В сегодняшнее обновление скидок вошло свыше 700 предложений с граничным дисконтом 95%. Но сразу предупреждаю, сильно не обольщайтесь, игра с дисконтом в 95% подойдет далеко не каждому. Новые акционные предложения, которые появились в PS Store, будут доступны до 11 и 20 ноября. Ну что ж, давайте посмотрим лучшее предложение из сегодняшнего обновления в PlayStation Store на 27 октября. Пожалуй, начнем сегодняшний выпуск из весьма популярной игры Metro Исход, которая показала самую низкую цену за все время. В русском PS Store обычное издание обойдется вам 644 рубля, в украинском 285 гривен. Metro Исход — отборный шутан от первого лица, события которого разворачивается в постапокалиптическом мире. Игра является логическим продолжением предыдущих двух частей, но скажу вам так, не критично, если вы в них не играли, легко можно начать из третьей части. Из особенностей хотел бы отметить, что игра работает на PlayStation 5 в улучшенном качестве, поэтому при наличии Next Gen вы получите годную картинку. Небольшое лирическое отступление для пользователей из Украины. Сейчас можно приобрести дисковую версию Cyberpunk для консолей PlayStation всего лишь за 999 гривен и также с бесплатной доставкой. Всю необходимую информацию вы сейчас видите на своих экранах, так что кому интересно, имейте в виду. Предложение этой недели, к сожалению, в разрезе консолей PlayStation эксклюзивно для PlayStation 5, а также первый дисконт с момента релиза на игру Deathloop. Минус 34% и итоговая цена 3299 рублей или 1319 гривен. Игра в жанре приключенческого экшена, разработанная компанией Arkane Studios, более известной по таким проектам, как Dishonored. Главный герой Кольт, страдающий амнезией и который также попал в временную петлю. Главная задача является устранить 8 целей визионеров, которые обитают и перемещаются по острову, который главный герой в свою очередь может свободно исследовать. Все цели должны быть уничтожены до полуночи, иначе в ходе действия временной петли день будет перезапущен. И протагонист будет вынужден начать уничтожение визионеров с самого утра и, конечно же, с самого начала. Роуглайк платформер с дисконтом минус 40% и ценой 857 рублей или 390 гривен. Спеланки 2 я бы охарактеризовал как тривиальный двухмерный платформер, где игрок управляет Анной, дочерью исследователя из первой части, посещающей Луну, чтобы найти своих потерявшихся родителей. Ключевой особенностью игры является поддерживание многопользовательской игры до 4 человек, как в кооперативном, так и в соревновательных режимах. Проект, разработанный при помощи краундфандинговой платформы Ultimate Fishing Simulator. Цена после дисконта составила 1289 рублей или 599 гривен. Максимально простое объяснение происходящему – симулятор рыболовли, который предоставляет возможность рыбалить на различных локациях в разные времена года и также суток. Sherlock Holmes Crimes and Punishments, дисконт минус 80% и конечная цена 569 рублей или 280 гривен. Проект в жанре квеста является седьмой основной частью в серии приключения Шерлока Холмса о знаменитом сыщике и его напарнике докторе Ватсон. В роли известного лондонского сыщика Шерлока Холмса игроку предстоит раскрыть 6 различных преступлений, некоторые из которых являются прямыми адаптациями оригинальных произведений о Шерлоке Холмсе сэра Артура Конан Дойла. Как и полагается жанру, акцент в игровом процессе сделан на решение головоломок, которые и приведут к раскрытию дела. Далее у нас Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Gold Edition. В российском PS Store цена составляет 1339 рублей, в украинском 499 гривен. На секундочку, заявленный прайс является самым низким за все время. Breakpoint представляет из себя кооперативный тактический шутер от третьего лица с элементами от первого. Главный герой – призрак, элитный боец с особым заданием на архипелаге Ауроа. Игроку предоставляется возможность играть в одиночку с тремя ИИ напарниками, либо же в кооперативе до 4 человек. В комплект Gold Edition входит весь дополнительный контент к игре за первый год.
8-Bit Armies с будоражащим процентом дисконта и конечной ценой 249 рублей или 95 гривен. И чуть не забыл уточнить, что имеется в виду делюкс издание, которое включает 9 аватаров к игровому профилю PSN и включает одну обычную и одну динамическую тему к PS4. 8-битные армии — это в первую очередь стратегическая игра с немного забытой на сегодняшний день жанровой принадлежностью классических RTS игр. Концепция геймплея максимально проста, игрок появляется на одной карте с несколькими врагами, и за отведенный период ему необходимо добывать ресурсы, расстраивать базу и также подготавливать войска к свержению противников, а также защиты своей базы. 85 базовый дисконт и при наличии активной подписки PlayStation Plus дополнительных 10%. Tokitori 2 Plus в российском PS Store обойдется вам 53 рубля, в украинском 24 гривны. Tokitori представляет из себя платформер с акцентом на логическое мышление и решение головолома. Визуальная составляющая яркая и в то же время приятная, и поэтому если вы любите игры с логическим мышлением, для вас это маленький must-have. Самая популярная игра PlayStation 3, PlayStation 4, конечно же, PlayStation 5 и, я более чем уверен, в далеком будущем PlayStation 10, GTA 5 в издании Premium Edition и платежная карта Белая Акула. Цена всего предложения и, конечно же, после дисконта составила 1143 рубля или 594 гривны. Зрелищный файтинг из седовласым волком Soul Calibur 6. Дисконт составил минус 86% и в российском PS Store игра обойдется вам 573 рубля, в украинском 210 гривен. Soul Calibur предлагает интересный сюжет как для жанра файтингов, разнообразных персонажей с индивидуальными историями становления, а также массой дополнительных героев, которыми можно обзавестись в виде DLC. Конечно же, куда в сегодняшнем выпуске без Изи Платины и за столь малый прайс? Проект под названием Илья за 139 рублей или же 63 гривны, который предлагает нам относительно несложную платину, уровень сложности, который составляет 3 из 10, и для того, чтобы вам получить заветный приз, потребуется от 2 до 4 часов. Если же платина вам не интересна, то Илья — это фантастическое приключение, в котором вы играете за исследовательницу космоса Элею. В 2073 году Землю накрыла эпидемия страшной детской болезни, и муж главной героини Итан отправляется в экспедицию по колонизации нового мира. Спустя 30 лет главная героиня присоединяется к спасательной миссии, чтобы узнать о судьбе экспедиции. Ее ожидает удивительное космическое путешествие сквозь новые миры. Весьма интересное предложение в виде Monster Energy Supercross с дисконтом минус 85% и конечной ценой 322 рубля или 142 гривны. Тот случай, когда описание будет излишнее, так как видеоряд и собственно название игры говорит само за себя. И вот, дорогие зрители, очередной обзор на скидки подошел к концу. Не забываем ролик обязательно поддерживать лайком, канал подпиской и, конечно же, еще услышимся. Всем пока!